Золотые часы бронзовому призеру Олимпиады в Рио. В департаменте внутренних дел Карагандинской области провели спартакиаду среди сотрудников. В открытии соревнований приняла участие Эльмира Сыздыкова. Спортсменку и ее тренера наградили ценными подарками. Подробнее в сюжете. Вот так встречают бронзового призера Олимпиады Эльмиру Сыздыкову на гостеприимной земле Шетского района. Спортсменка была приглашена на спартакиаду среди сотрудников органов внутренних дел Карагандинской области, которая состоялась по инициативе управления кадровой работы ДВД. Со словами благодарности Эльмире Сыздыковой за принесенную в копилку Казахстана медаль выступил генерал-майор полиции, начальник департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жапаров. Эльмира, вы проявили спортивный характер, высокое мастерство и мужество. Ваша победа вызвала огромное чувство гордости за страну и подарила яркие эмоции казахстанцам. Завоеванная медаль на Олимпиаде является достойным подарком к 25-летию независимости Казахстана. Перед отъездом в Бразилию полицейские Караганды провожали олимпийцев, желая добиться высоких результатов. В конечном итоге стремление к победе и поддержка всех казахстанцев позволили нашим спортсменам достичь больших успехов. Сегодня совпало, что под эгидой ДВД на Шетской земле проходит большой спортивный праздник – спартакиада сотрудников полиции сельских подразделений. А участие на его открытии Эльмиры Сыздыковой – огромный подарок для всех сотрудников ДВД, добавил Мергенбай Жапаров. Главный полицейский области подарил от имени всего коллектива органов внутренних дел региона золотые часы бронзовому призеру Олимпиады в Рио. Как заметили стражи порядка, этот подарок является намеком на будущее олимпийское золото. Такие же часы были вручены Владиславу Сутермину, тренеру Эльмиры. Аким Шетского района Марат Жандаулетов подарил спортсменке сертификат на 500 тысяч тенге и облачил гостей в чапаны. Ну, все было на очень высшем уровне, мне очень все понравилось. Для такого района, я думаю, это просто супер. Напомним, по итогам Олимпиады Казахстан занял 22 место. При этом казахстанские спортсмены завоевали 17 олимпийских наград, из которых 16 медалей в копилку страны добыты спортсменами-динамовцами. 3 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Ирина Вабищевич, Данил Тарасов, Айдос Садыков, 5 канал.